И всем привет, с вами Настя Зотова. И сейчас я иду в магазин Азбука Вкуса. У меня будет типа короткого влога. Сейчас посмотрите, какой у нас красивый вид на улице. Сейчас, внимание, у нас половина весны. Прошла половина весны. Не забудьте нарядить елку. Поздравить всех своих друзей с Новым годом. Кстати, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, вот он так вот называется. Азбука Вкуса. Смотрите, что здесь есть. Здесь те самые популярные колбочки такие. Сейчас будем брать вот этот вот тортик красивый. Вот у меня в руках торт. И мы уже идем обратно, я уже несу наш тортик. Ребята, смотри, как красиво. Так снег красиво падает. Ну сейчас мы уже пришли домой, смотрите, какой тортик. Посмотрите, какой он красивый. Видите, что мы купили? Это те коктейльчики, которые я вам показывала. Это со вкусом кокоса, а это со вкусом киви. Сейчас с вами давайте попробуем вот такой вот лимонадик. Он со вкусом кокоса. Вот. Кокосовый лимонад. Я его только буду пробовать, потому что если я тот уже попробовала, они потом могут испортиться. Я их буду так держать, потому что там они не закрываются. Теперь надо его открыть. Давайте открывать. Ура! Не открыли. Давайте попробуем. Пахнет тут как необычно, таким химическим чуть-чуть, но чем-то очень сладким. Такой необычный. Я даже не могу объяснить, как будто это, наверное, раскокос такой, знаете, более сладкий, и при этом такой вкус еще манго почему-то, не знаю почему. Эти яички вот эти, они, в принципе, вкусные. Их не надо разжевывать, они сами растворяются вроде как во рту. Да. Это очень вкусно, очень классно. Советую всем. Не попалась. Они тоже такие же сладкие, как напиток, но они тут такие безвкусные. А так мне очень нравится, поэтому советую, такой необычный. А так он очень классный, очень вкусный, мне очень понравился. Такой, посмотрите, взгляните. С разных сторон. И опять посмотрите, как он красиво выглядит. Мне прям хочется его всегда снимать, потому что он такой красивый. Сейчас мы режем торт, смотрите. Вау. А вот уже наш разрез. Очень красивый, посмотрите. Шоколадки, вау. Попробовала, очень вкусно. Он со вкусом черной смородины, и он со вкусом шоколада. Сейчас мы уже нарезали второй кусочек вот такого торта. А это со вкусом шоколада и черники. И мне это мое видео уже подошло к концу. Поэтому всем. И, кстати, здесь красный фон классный. Ну и так, что всем хорошего настроения и всем пока-пока!